Как стало известно сегодня, расследование уголовного дела в отношении экс-директора Чувашского бройлера завершено. Его обвиняют в превышении полномочий и преднамеренном банкротстве предприятия, невыплате зарплаты и по другим статьям. Так, с сентября 2016 года по июль 2017 он не обеспечивал выплату зарплаты 92 сотрудникам предприятия на сумму свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей, хотя возможность для этого имелась. Также обвиняемый заключал договоры со сторонней компанией на заведомо невыгодных для Чувашского бройлера условиях. В июле прошлого года определением арбитражного суда Чувашской Республики обвиняемый был принудительно отстранен от должности директора ОАО «Чувашский бройлер» в связи с грубым нарушением требований федерального закона о несостоятельности банкротства. По ходатайству следователя судом в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на его имущество. Дело передано в суд.